Всем привет! Сегодня ко мне позвонил бывший участковый Дархамбаев Бахаджан, который когда-то штрафовал Айбека, теперь он решил штрафануть и меня. Ну, это еще не факт, штрафанет, не штрафанет, попадет дело в суд, не попадет. Дело в том, что когда у Марата Жаламбаева, лидера нашей оппозиционной партии «Алга Казахстан», был день рождения, мы вот с девочками собрались пробежаться вокруг стадиона и поздравить его с днем рождения, да? И вот это вот общественное место, стадион Кажимухана, да, там бегают с утра до вечера люди, спортсмены, там рядом живущие, кто-то вот постоянно, кто-то находится в движении, там рядом парк, люди отдыхают. И из-за того, что мы занялись спортом, пробежались немного, сняли видео с поздравлением Марата Жаламбаева, с пожеланиями, на меня завели административное дело, вы представляете? Это же такая тупость. Это вот какие у нас получаются некомпетентные люди, да, работают в органах, что они вот за то, что люди занимаются спортом и поздравляют публично известного во всем мире человека с днем рождения, заводят административное дело. Почему не заводят уголовное дело на тех, кто отдал стрелять на поражение без предупреждения в людей, которые вышли на протест в январе? А почему заводят административные дела на тех, кто просто бегает? Просто, блин, взял, вышел бегать, представляете, и заснял видео с поздравлением. Я не понимаю, это вообще что такое? Вы что там курите, ребята? Вы вообще в том месте работаете? Может быть, вам лучше в цирк устроиться и там работать, людей смешить, а не заводить уголовные дела на простых людей?